संसार सिंधु जलधौ पतितस्य काम क्रोधादिनक्रम करैकवलिकितस्य दुर्वासनानि गृतस्य निराशयस्य श्री चैतन्य चंद मम देहि पदाबलम्। शिशिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद टोल्ड Шишила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Прабхупада сказал, если вы не утвердились в абсолютной истине, если вы не утвердились в абсолютной истине, то вы не можете говорить об абсолютной истине, если не, вы не утвердились в вайшнава ачароне, в должном поведении. То есть, когда вы утвердились в поведении вайшнава, тогда вы можете говорить только об абсолютной истине. А если вы готовы идти на компромиссы, что значит компромиссы? Компромиссы с майей. Я имею в виду, если вы готовы идти на компромиссы с майей, если вы готовы идти на компромисс с майей, то тогда вы не сможете получить силу, чтобы говорить об абсолютной истине. Это невозможно. Те, кто верят в гуру и вайшнавов, Шрила Бхакти Винод Тхакур, он говорит Верховному Господу, он просит его, чтобы он чтобы у него не было никаких сомнений в сомнений о вайшнавах, никаких сомнений. Много раз я говорил уже, что те дживатмы, которые совершают баджан, если они так или иначе в тот момент, когда они оставляют тело, если они сомневаются в чем-то о даме, о харинаме, о парикаре, о вайшиштхи, о всем, что связано с Верховным Господом, если у них есть какое-то сомнение, какие-то, и вот если у них есть сомнения, то тогда они вынуждены опять родиться в этом материальном мире. В Гите можно найти один пример. Кришна говорит, самсаятма винашати, те, кто сомневаются, они несомненно падут. У нас не должно быть никаких сомнений. Если у вас есть какие-то сомнения, то тогда вы можете пойти к чистому вайшнаву и пытаться решить свои проблемы, свои сомнения прямо сейчас, не откладывайте этого. Наша жизнь, она нестабильна. В любой момент мы можем умереть, я могу умереть в любой момент. То есть мы не знаем, когда конкретно мы оставим это тело. То есть никто не скажет нам заранее, когда мы оставим это тело, чтобы мы подготовились. То есть никто не предупредит нас о надвигающейся смерти. Шрила Парикшит Махарадж, он узнал об этом. Ему сказали, что Махарадж, ты в течение, через 7 дней ты оставишь тело. Смерть ему послала записку, но у нас не будет такого оповещения о нашей скорой смерти. В нашей жизни никто не скажет нам, что через несколько секунд мы будем вынуждены уйти из этого мира. А Парикшит Махарадж получил такое предупреждение, Самик Муни послал ему это. И Парикшит Махарадж, он подготовился должным образом, чтобы во время смерти он не боялся, чтобы он смог соприкоснуться с той абсолютной истиной, поскольку Шукадев Госвами, его отправил сам Кришна, никто иной, Шукадев Госвами.
Without information came there. Он пришел туда сам, никто его не приглашал, без какого-либо приглашения по вдохновению Верховного Господа, он отправился туда сам. И вот Парикшит Махарадж, он получил возможность получить, ну, чтобы подготовиться к смерти. Там было очень много саду, и Парикшит Махарадж, он приблизился к Шукадеву Госвами. Почему? Поскольку Шукадев Госвами, он может дать точный путь. Было много саду, которые... Но Парикшит Махарадж, он подошел именно к Шукадеву Госвами. Пурусасеха яткарьям мьяманасва сарватха. Гурудев, I like to put one question in front of you. Гурудев, я хочу спросить тебя. Man is mortal. Человек, он смертен. В любой момент я могу умереть. И те, у кого есть знания о том, что я умру. Still their knowledge is not direct knowledge. Но их знания, но не осознанное. Но если вы знаете, что через вот несколько минут вы умрете, то будете более серьезны. Но это знание, опять же, оно не осознанное, то есть нету такого прямого знания, которое могло бы изменить нашу жизнь. Харикатха, настоящая харикатха, как она тогда, когда она меняет вашу жизнь, иначе это не харикатха, а просто что-то похожее. Харикатха, если это настоящая харикатха, то на 100% будьте уверены, она изменит вашу жизнь. Харикатха значит амрита. Нектар. Харикатха значит нектар. То есть это не значит, что вы слушаете харикатху, совершаете садусангу и не получаете никакого результата. Это не может быть так. Не может случиться такого. Поэтому смотрите, почему я поднял этот вопрос. Поскольку Гоу Пурнима приближается. И 100% у меня есть шанс go away from this material world. Уйти с этого материального мира. У меня есть возможность освободиться от этих материальных оков Нама Санкиртана. То же самое Парикшит Махарадж. После Нама Санкиртанам Ясва Сарва Папанасанам Пранама Дукша Шаманам Танганама Михарим Парам Нама Санкиртанам Ясва Сарва Папанасанам Пранама Дукша Шаманам Танганама Михарим Парам. That Hari Gauranga. И тот самый Хари Гауранга. Мы очень удачливы. Что тот самый Кришна, тот Шри Кришна Чайтанья Махапрабху явился здесь, чтобы спасти нас всех. И он говорит нам, что мы должны совершать санкиртан. Нама санкиртан калу парам упай. Нама санкиртанам калу. Калу мин seventh. Калу значит, это согласно грамматике, седьмой падеж. Калу. Гуранга Махапрабху говорит Нама Санкиртана Калу Парама Упай. Мы гаудии, у нас есть девиз, какой это девиз? Парам Виджайта Сри Кришна Санкиртанам. Вот этот девиз. We have one slogan. Param Vijayata Sri Krishna Sankirtanam. That slogan. Prabhupada. Srila Prabhupada. Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur.
writing in the gate of Chaitanya Mahaprabhu. Он на воротах Гауди Матха написал этот слоган Парам Виджайте Шри Кришна Санкиртану. И поэтому Рай Рамананда и Махапрабху они обсуждают. И Махапрабху спрашивает о Рай Рамананде. Что значит саддхавасту? To be attended. То, что мы должны достичь. Саддхавасту. Саддхавасту. Саддхавасту Кришна према. Саддхавасту мин. Ultimately. А что это? Это Кришна према. То, что мы. Throughout my life, I'm doing bhajan. Мы совершаем bhajan на протяжении всей нашей жизни. And Guru Vaishnav, Krishna, satisfied. Ultimately, what I'm going to give? That is my. То, к чему мы стремимся, это наша наивысшая цель, то, чего, что мы хотим обрести. И поэтому описывается, Махапрабху говорит. Нам санкиртан калу парамапа, and with Райрамананду сарвадам, Райрамананду Махапрабху asking, саддхавасту садан вина кеху нахи па. Саддхавасту ми? Саддхавасту значит то, что мы должны достичь через наш баджан. А как это путь показывает нам гуру, шикша гуру и дикша гуру? То есть если мы совершаем баджан, но так как хотим, это мало. Who care what you like? То, что, если, может, нам что-то нравится или что-то не нравится, но totally наша жизнь, она должна быть находиться в полном руководстве гуру и вайшнавов, иначе нет пути к спасению. Мы хотим, чтобы гуру и вайшнавы контролировали нас полностью, но мы не можем, и проблема в этом. И вот Махапрабху спрашивает. Кипа кури, кого рай павар упай. Бенгали. My Guru Maharaj used to request everyone to try to learn Bengali. Просил всех, чтобы они учили бенгали, и тогда вы получите вкус к священным писаниям. Нет ни. То есть нельзя просто взять какое-то слово из словаря и заменить им какое-то бенгальское слово. То есть, например, Бхакти Расамрита Синдху, она никогда не может быть переведена на английский, но как-то ее пытались перевести, но это невозможно, поскольку слов подходящих, которые есть используются в Бхагаватам, а их нет в английском. И как же тогда можно перевести? Это невозможно. И вот Махапрабху спрашивает. И вот он спрашивает же, каков же путь, и Махапрабху объясняет, но в итоге Махапрабху говорит, что в Кали-югу Нама-санкиртан – это единственный путь, который Шри Чайтанья Махапрабху он хотел показать нам, он проповедовал его. Anything if you want to gain. И все, что бы мы хотели получить, мы должны вначале всего принять прибежище у нам санкиртаны. И вот сегодня, с чего я начал. Сегодня я хотел сказать о дампарикраме. Сегодня я хотел более подробно рассказать о дампарикраме, но вначале всего я должен подготовить почву для этого. Дампарикрама – это хорошо, но Джива Госвами говорит, любое ангу баджана, то есть любые действия в преданности, какие бы вы ни совершали, то вначале всего вы должны принять прибежище у нам санкиртана. И вот мы переходим к дампарикраме. Дампарикрама – это нечто великолепное, через которое
все обусловленные души, они могут обрести путь. То есть они могут избавиться от материального рабства и продвигаться в Кришну. Но я сказал уже в тот день, что обусловленные души, они могут получить какое-то сукрити, если они еще не приняли прибежище у лотосных стоп Гурупад Падмы Садгуру. Они могут получить какую-то помощь в будущем. Какой же? То есть они могут получить бхакти муки сукрити, но те, кто уже приняли прибежище у Гурупад Падме и следуют его наставлениям, и вот под руководством Нитянанды, имею в виду под руководством Гурудева, поскольку Гурудев и Нитянанда не отличны. И вот Нитянанда, он является в различных формах. И тот Нитянанда Гурудев, он... То есть Гурудев, он в форме... То есть принцип Гуру — это Нитянанда, вся Садгуру Таттвана едина и неразрушима, а некоторые глупые люди, они... кичиться каким-то конкретным Гурудевом и Бхагаватам говорится. И что это значит? Нунам значит нисчитам эва, стопроцентная гарантия. Почему? Поскольку те саду, чистые вайшнавы, они путешествуют с места на место, чтобы поймать нас с помощью своей сети из премы. И вот некоторые обусловленные души не могут привлечься к Гуру Вайшнава, и они, то есть они привлекутся их проповедью и так попадут, но... Ну, и так смогут обрести саду-сангу. И вот в этой шлоке говорится, что до тех пор, пока вы не встретитесь с очень, очень великим Вайшнавом, Брахманда Бхарати, Чайтанья Чайтанья, first point, you must remember. Infinity Брахманда, 84 бесконечные Брахманды, 8 миллионов. Мы путешествуем по бесчисленным Брахмандам, по 8 миллионам. По 8 миллионам 400 тысячам различных рождений. И когда по милости Гуру Вайшнавов мы сможем обрести семя бхакти, и Шраван Киртан, вы должны поливать это семя бхакти водой Шраваном и Киртаном, и наша лена преданности будет расти. Но будьте осторожны, без какой-либо поддержки ваша лена преданности, она не будет расти вверх. Многие думают, что мы как бы получили дикшу и можем совершать баджану, как хотим. Но это не так. Подобно тому, как Ильяна, она не может подниматься вверх. То есть это главное, но никто не может объяснить. Поэтому каждый раз вам нужна поддержка Гуру Вайшнавов, и это зовется. То есть, ну, это саду-санга. То есть, и вот с помощью... И вот и так наша лиана преданности, она растет. И так может достичь Вайкунтхи, Галока Вриндавана. И вот Чайтанья Махапрабху, он дает нам полное и абсолютное руководство. Но дампарикрама, мы должны совершать с гуру, с вайшнавами, с санкиртанами. Например, кто-то может спросить, что кто-то совершает парикраму без Гурудева. Гурудев
ушел. I can put question before. How you know Gurudev is not there with me? No. How you can know Gurudev is not there? Gurudev is. Но я могу задать встречный вопрос, как вы докажете, что Гурудев ушел из этого мира и что он не со мной? Как вы можете говорить об этом? Я чувствую Гурудев, он. That's why I get this kind of energy, power. Всегда со мной, и поэтому я получаю эту силу. Я никогда не чувствую слабости. Почему? Откуда эта сила снисходит? Гурудев дает, Баладев. So don't think that. И поэтому не думайте так, что Гурудев он там. So actually point is и вот суть в том. Regarding Dhamparikrama. Насчет Дхампарикрама. I actually wanted to discuss this point first. This is, то есть, ну, вначале я хочу сказать, вот о этом я вот говорил, you know, что олицетворяет себя на, из себя на воды, поэтому лепесток лотоса с восьмью лепестками, и внутри его находится сердцевина, она олицетворяется антардвипой, кукул. И матхура, они... Их настроение то, что оно чуть отличается. И вот путь, показанный Бхактивинода Такуром, я объясняю его. И вот Йогапит Симандир, это Гокул Махаван. И там можно найти 12 различных лесов. И все. И также можно найти, что 12 различных ачарий, они... Сивишну саване парикшит абхавад вайясаки киртане паллада сарне тадангри бхажане лакши притхупужане акрирасту абхиваннане дассе Копипатир Атхо Шакше Арджуна. Ну вот в Бхагаватам говорится вот об этом, что девять, ну, каждый конкретный преданный, он является ачарьей в каком-то конкретном виде, виде служения, отношения с Господом. Сарвасвани Бали Рабхуд. Сарвасвани Бали Рабхуд. Эша Бхакти, you know, Param, is the exact thing. If 12 acharya, you can find. Навида Бхакти, 9. В Нававидха Бхакти. 12 acharya, then, if you have 12 bond. But now I'm speaking about. В общем, что каждый преданный олицетворяет какой-то конкретный. First I say. Как какой-то конкретный вид служения. Например, он говорил, вот объяснил, что Парикшит Махарадж стал успешным благодаря слушанию Шукадева Госвами, он ачарья Киртана, Киртанакша Бхакти, и Прахлад Махарадж Смаранакха Бхакти, Лакшми в Падасеване, Притху в Пуджи, Притху Махарадж. And Akrurastu Abhivandane. Kopipatir Dasya Atho Shakya Arjuna. Kopipati mean Hanumanji Maharaj ki Jaya. And Shakya, friendship, вот, Hanuman, Arjuna, служение, and Sarvasma Atma Nivedane, Arjuna Bali Rabhu, Isha Arjuna. Arjuna. А Бали Махарадж, ну, как сказать, предание себя были. И вот все они, каждый из них ачарья какого-то одного вида, ну, вида преданности. А Амбариш Махарадж, он сразу совершал 9 видов бхакти. Но что я вижу, что из них, вот из этих ачарий, каждый эксперт в своей области. И вот среди этих девяти видов бхакти, если вы будете практиковать совершенным образом любое из этих видов преданного служения или
два или даже одно. Но если вы сможете практиковать одно, все равно вы станете успешными. Если ваше настроение, служение совершенно. И прямо это наше наивысшее, то есть и совершением любого из этих видов баджаны мы обретем прямо, а прямо это наша наивысшая цель. И вот когда-то во Вриндаване, в Нандаграме, я думаю, вы были там, где находится Нандишвар Махадев, если вы заберетесь наверх, то вы увидите, что это просто Нандаграм это в центре, и 12 листов, 12 лесов, они располагаются вокруг его. И здесь то же самое. Если вы развиваете совершенное видение, вы увидите, что Нандаграм, здесь тоже можно найти, что вот со Йогапитха от Шримандира можно найти, ну, определить с помощью компаса, что он находится в центре, а все остальные, ну, места, они располагаются в каком-то радиусе от него. И вот Антардвип, я сказал уже, Антардвип — это место Атманиведана, там, где мы можем предаться лотосным стопам Садгуру Баларама. Это место зовется Антардвип. Место Атманиведана. И вот я уже говорил, и еще раз повторю, что Бхактивинода Тхакура сказал нам, что мы должны начать с Нитьянанды, поскольку Нитьянанда он вел Джидживы. И до сих пор я должен сказать, что течение Ганги, ее русло, оно менялось несколько раз. И сейчас, если посмотреть предыдущую карту и современную, то посмотреть, что они меняют русло, подобно зигзагу, и ничего потом не найти. И вот, как говорится, что что Нитьянанда Прабху, он кланяется Сашимате. Прасадам, Вишнуприя Деви, cooking, Сачима и Вишнуприя Деви. Нитьянанда took prasadam. И вот Нитьянанда принял прасад и taken by Jiva. Остатки его прасада принял Джива, и они начали парикраму. Атманиведан кетра. So inside Йогапит Мандир. И вот внутри Йогапит Мандира. At present you can all start from your Gurudev what to do. Но сейчас мы мы начинаем там, где начинает наш Гурудев. Ну, so now inside the Gurudev you can find main mandir. And after that some Shivji Maharajas and Nishinga Devi already. И вот там, ну, главных храмов, потом Шивы и прочее. И вот и потом после Йогапитха мы должны идти в прослушивание. Шивастанга. И здесь Шри Чайтанья Махапрабху совершал санкиртан рас. Санкиртан рас он совершал здесь. И вот этот санкиртан рас, это место санкиртаны, и оттуда чуть-чуть дальше Адвайта Бхаван и Гададхаранган. То есть там описывается, ну, расстояние между ними, но не так велико. И Адвайта Госвами, он жил в Шантипуре и здесь. И поэтому здесь тоже можно найти его место, но после этого Шрила Бхактивинода сказал, что ты должен отправиться прямо. И тогда ты поймешь. Mahavan and Simantati.
И вот там Мадхва кончается, Симанта Двипичина. You can think of you again new thing you are seeing. Near Chaitanya Mahaprabhu's house, there is actually Barakuna Ghat, Nagariya Ghat, Jagai Madai Ghat. There are so many Ghat there, Mahaprabhu. Mahaprabhu used to play. Yeah. Taking bath there, going that Ghat. Hey, you know Bhakaran, you know Tarka, logic, fighting again, crossing river again. Hey, what you know? Then Chaitanya Mahaprabhu, everywhere Pandit is there, big Pandit. Mahaprabhu asking question and defeating them, and again coming, crossing here, all the day, yesterday. Balila Mahaprabhu, you know, и вот Махапрабху являл там Балилилу и спорил с пандитами насчет грамматики. And the big careful, there was Panchavaktasi. There, and it is written, Paurama, you go Paurama, you know, at Vidyasi, it was there. Bhakti Vrindavan writing details, Такур описывает, after Ganga taking everything, no, Paurama и Бритхасив, он был здесь, но потом преданные решили, но решили перенести их сюда. Sometimes Ganga, Nityananda Prabhu Jiva, sometimes this locality going under вот Ganga, тоже говорят, что иногда это, но из-за того, что Ганга меняет свое русло, то есть какие-то города могут быть ниже. So after that, they take Yoga Maya, Paura Maya, that place. Then Vidyasiva they stopped. Потом Йогамая забрала это место. Паурамая значит. Паурамая means Йогамая. Паурамая значит Йогамая. Изначально. Very, very high, 500. I mean 200, 300, 500 is the information I have. It's called Nil Saraswati. Nobody knows that. Йогамая is also no problem. You see, previously I heard from old man that it is in a Devi of village. All students they going to graduation and Patshala from school. First of all, they come here. Местных жителей, что это богиня знания, и все приходили. Если как кто-то шел на экзамен, то есть они сначала ехали к Бритхасиве, к Йогамае, к Паурамае, просили свои благословения и шли на экзамен. Паура или прачина значит полное знание. There you see, and Ganganagar you can get one place, Ganganagar, that way. I can discuss with the Yamaka. Last. В другую сторону там есть город Ганганагар. Но я объясню это все, но согласно наставлениям Шрилы Бхактивинода Тхакура, что Рудрадвип он не первый, а последний. И вот я хочу пропустить и перейти к другому месту. То есть Ганганагар, как же назвали его Ганганагар, и тогда Шрила Бхактивинода Тхакура приводит пример из Писания. Вы слышали имя Бхагират Махараджа, и он с помощью своей аскезы. She wanted to come to deliver 6,000 of his she is coming. She was supposed to go that way. Suddenly she changed track and coming. And God, и решила and благословить you know, blowing on coach, и она внезапно изменила свое русло, you know, и притекла сюда. И Бхагират, он писал. Suddenly he take a turn and say, Mataji is not there. Started crying, oh Ganga Ma, where you go? Then Ganga Mata came in dream. Don't think my son,
И вот он спросил Ганга, куда же ты ушла? И Ганга явилась к нему во сне и сказала, что очень скоро в Фалгуни Пурнима зайдет. И ты не знаешь, что это Навадвип. Что это уникальная дама. Кто оставит эту возможность? Ты... Ты должен здесь ждать. Я совершил баджан несколько дней и пойдет второе. From there again Ganga started going. After that I can explain how Jannu Muni's ashram flooded, become angry. I can speak it later, not now. This is not relevance at present. So after that you see, this way you can и вот после этого, ну того, как видно, было, что Ганга изменила русло, и поэтому, и после этого, мы должны продвигаться дальше и увидим, что там Симантадвип – это Шраванакша Бхакти. Есть история за этим стоящая, и, но в двух словах, что Деви услышала от Господа Шанкара, что это очень важное место. Радха Говинда, они... Гауранга is a unique form. You cannot compare Gauranga avatar in anybody. Gauranga is not Gauranga, actually avatar. Gauranga avatar, он не аватар, он аватари. I cannot say Gauranga is avatar. Я не могу сказать, что он аватар. How I can say avatar? He is avatari. Avatari mean he need not depend on anybody. Avatari значит, он самопроявлен, ему не нужно зависеть ни от кого иного. Все другие аватары, они должны зависеть от Кришны, поскольку Кришна... Он изначально Кришна Читания и Кришна. И вот на день явления Гуранги, 8 утра с 8 до 10, я расскажу об этом. Кришна Чайтанья, на Джагати Парватта Парамихо. Who writing? Who? Huh? You don't know? Chaitanya Charitamrita? Saru Gosai. Na Chaitanyat Krishnat Jagati Paratatta Paramya. You cannot compare this Gaur avatar with any avatar. Even not Krishna. Вы не можете сравнить этот Гаур аватар с никакой любой другой аватар. It's above all. Даже Кришна, он nobody can. Выше всех, that kind of love and affection for all bonded souls. Nityananda go. Ajanulambita bhujaukana kavadato. I told before. This way, you see, Chaitanya Mahaprabhu's avatar. Now, you know, Sati Devi got information. Huh? Shimulia Devi, these are all common people, village people, Shimulia, Shimantadvip. Но обычные люди, это Симантадвип, называют Симулией, и там Деви, она начала совершать баджан, чтобы получить милость Господу, поскольку Господь Шива Махарадж, он совершает баджан, он повторяет имена Гуранги. Шанкар Бхагаван, five faces. И Шанкар Бхагаван своим пятью лицами. Nobody singing. How you can get prema? То есть никто не поет этот киртан. А как же мы обретем прему? Мы должны слушать. Same. Петь. You know, мы должны петь. Dancing, Нараджи, Шанкар. And, you know, Brahma и Брахма танцует. Они все танцуют. Very nice feeling, you see? Очень великое чувство, прекрасное чувство. И вот Деви начала совершать баджан. И тогда Гуранга, он явился. Деви crying, falling down. Give kipa. Then, from the lotus feet of Gauranga, I mean dust party, take him and put here. There's a system in Vedic culture, those who are going to marry, they need to
И вот в ведической традиции, если кто-то, женщина выходит замуж, то после она должна носить синдур на голове. Ну и вот этот Симантадвип назвали в честь Сарасвати. И вот Балал Диги, это на самом деле Притхукунда, и потом переименовали это место. А как оно появилось? Шрила Бхактивинода Тхакур, он объясняет полностью. Долгое время назад, когда Притху Махарадж начал очищать этот мир снизу вверх, Притху Махарадж, он первая личность Шакти Вишавадхара, он начал очищать. Выравнивать этот мир, чтобы какая-то цивилизация могла развиваться. И таким образом Притхи Махарадж занял тысячи людей совершать это служение, чтобы... Ну, чтобы не выровняли поверхность. И вот как-то они пришли до какого-то места, там эти рабочие увидели какое-то сияние. И Притху Махарадж сказал: о, Раджан, смотри, сколько света, какое сияние. Они остановились, начали медитировать, что о, это Навадвипа Дхама. И там наш Гауранга Кришна, поскольку он Шакти Вишавадар. Stop that. I can make one big pond here so that all village people can get nice water at the same time. The name can be fixed up. That is Pritthukunda. И вот решили соорудить большой водоем и назвать его Притхукунда, чтобы все помнили об этом событии. И вот также достаточно давно, около 600 лет назад, вот когда эти вышеперечисленные цари правили. И вот там начинается Мадхуван. А когда возвращаемся, там Кази Самадхи и прочее. Вначале мы... So after that, you see, this call actually, I can come back to this point. So it is called. И вот это место называется. What do you say? Мадхуван. И из этого места мы должны пойти. Деви, you have to worship Деви. Куло Деви, Джого Майя, Море Кипа Кори. Avaram Sangvari Be Tumi Vishwadori. You will have to sing this song there. Fitting, you will have to do. From there we pray at the lotus feet of Devi Ma. From there you can go to Belpukur, Billapaksha. It is actually equal to Belpaksha. Она также не отлична от Белывана. И там есть такая традиция, есть эти беллы и чатушваны, они совершают баджан там, очень могущественный баджан. И от их баджана Гауранга, он был очень доволен. И Гаурсундар явился, даровал им свой даршан, даровал свою милость чатушванам. И смотрите. So Nimadita also came here. И Нимбадите даже, он был тут. По наставлению Гуранги, поскольку не Нимбадите, он был здесь. Они все знают. Они необычные люди. Гуранга Махапрабху дал им свой даршан и сказал: иди, ты получишь всю милость от Чатушвана и начнем свою сампрадаю. Чтобы начать новую сампрадаю, это не обязанность Верховного Господа. That's why I explained yesterday. И поэтому я вчера объяснял. This way. So there's big siddhanta, you see. So Chatusvan getting kifa. Chatusvan, он получил милость. So now from и вот сейчас, Belpukur, от Белпукура, you have to go more and more this way, you see. So you can come to Shardana, Savardana.
I told you, Raktabahu, one big demon. И я говорил уже о Рактабаху. Был один демон, он как-то мешал преданным. И они взяли Джаганатха оттуда и куда-то пристроили поблизости. Хотя они знали, что это место, куда пришел сам Джаганатх. То есть это вечное место Джаганатха. Но хотя изначально Джаганатх это Пуршоттама. Но они как-то принесли его и начали поклоняться здесь. Не думайте того, что Джаганат там, это место начало называться Пуршоттама-кшетра. Нет, поскольку это Пуршоттама-кшетра, она очень милостива, она очень уникальна, поскольку она соприкасается с Навадвипой, с Говардхамой. Other people it is Vaikuntha. То есть для людей, для других людей это Вайкунтха, а для когда Нилачалдам является в этом Навадвипе, и тогда его слово, слова на больше, больше велика. Вы можете обрести прему. И Джаганатх он расплавлен. Чувство према. And Шрила Прабхупада говорит, что те, кто майявади говорят, что у Джаганатха нет ни рук, ни ног, и как же он может помочь вам? Джаганатх хочет обмануть вас, поэтому Джаганатх просто спрятал свои ноги и руки, он просто хочет вам показать, что у меня нет рук и ног, и поэтому я ничего не могу дать вам, или дикшивы, или еще кому-то, у кого есть руки и ноги, они могут что-то дать. И вот поэтому Джаганатх, он хотел обмануть нас, но в Упанишаде говорится, Jagannath can go fast. Jagannath can do anything. Идти быстрее, он может делать все, что захочет. Сранатья карно, пашатья чакшу сранатья карно. No eyes. У него нету глаз, но он может видеть все. No eyes, but he can see everything. No ears. If you can see all rubbish inside room closed, Jagannath can know everything. You know, everywhere eyes. Eh, Apanipat, no pep, no leg is there, but Jagannath very fast. Jagannath can run, there's no leg. Jagannath, когда нету. What does it mean? Mahaprabhu explaining in front of Sarvabhava, it means there is no material eyes, no material, you know, ear. But Jagannath, Prakito, transcendental, you know, everything there. Chinmay. Don't think Jagannath is nothing. So from Jagannath, Jagannath он трансцендентен. Не думайте, что Джаганнат это никто. И вот Джаганнатха Пури, мы должны молиться о милости. И вот, если пройти чуть назад, то там место Сидарангана. Это Махапрабху отправился туда, чтобы отдохнуть и попить воды. Нитянанда Джива, они тоже там отдыхали и принимали прасад. И это место называется Мадхубан. И вот Мадхубана, вот про Белван я уже рассказал, а дальше, если отправиться на север, можно найти место, называется Майямари. Никто не может объяснить. Очень секретно. Если вы отправитесь север, то название деревни Майямари также будет. И как это место, и как это название образовалось, поскольку это был Талабан. И вот Шрила Бхактивинода Тхакура приводит пример, говорит, когда Баларам Нитьянанда не совершает парикраму, паломничество. Тогда Баларам, when started, you know, after Kurukshetra Yuga started, before that, Баларам live. I am not going to involve in this matter. You fight whatever you like, you do. You are not going to obey me. I am going for pilgrimage. Going, Баларам?
И вот он Баларам отправился на паломничество с нами, Кшетра, и по всем святым местам. И Нитянанда, он тоже Баларам, и он тоже совершил такую же лилу. И вот тогда все брахманы и вайшнавы, они начали плакать. И Баларам спрашивает, почему вы плачете? А вот потому что тут один демон, он приносит нам проблемы, он дает нам совершенно баджан, убивает нас, и где? И ну ты можешь, ты Верховный Господь, можешь пойти посмотреть. То есть Баларам — это сам Верховный Господь, это первая экспансия Кришны. И Баларам, он нашел его и убил его. Майасур. Майясур его звали, поэтому деревня, то есть Майя-Мария, то есть то место, где убили этого демона буквально, значит. И вот от Талавана нужно вернуться опять назад, и когда вы возвращаетесь назад, вы можете получить даршан Кази Самадхи from Chaitanya Mahaprabhu's house. 500 years back, и от читания Махапрабху дома, Махапрабху с полной процессией, санкиртаны, они отправились в Самадхи Чанткати. Я уже говорил об этом раньше, но так или иначе, Кази, Кази это Камса. He was Kamsa. Он был Камсой в предыдущем воплощении. И Кази как-то получил милость от Чайтаньи Махапрабху, поскольку он был его дядей по материнской линии. Он пришел к нему спросить, почему же ты прекратил санкиртану. Он сказал, ну ты знаешь, когда я прекратил санкиртану, у меня одни проблемы начались. Нарсимха тот пришел, хотел убить меня. И с тех пор я принял решение, что я никогда не буду мешать санкиртане. Санкиртана, она очень могущественна. Хотя перед этим те слуги, которые отправляли, останавливать санкиртану. Это вот место разбитой мриданги. И вот когда Кази отправил какого-то полумика, они... Но попытались разбить его, и тут огонь возник, он их обжег, и они убежали. Это долгая история. Там еще есть Шанкарпур. Шанкар Бхагаван, он явился здесь. И вот Шанкарпур, Шанкар Бхагаван совершал баджан там. И 11 рудр там, в Рудрадвипе, а здесь Шанкар видит, созерцает Шиважи Махараджи. И вот Шанкар, это там немного другой Шанкар, который дал совет Деви совершать баджан, и Девина совершала баджан тут. Subarnavihar and Nisingapuri. But today, maybe, this river change. Когда это описывалось, сначала ходили. So, да, I can also guide this way. Сначала ходили до Субарнавихара и Нарисимхапали, но сейчас ходят по другому, поскольку Ганга меняла русло несколько раз, и поэтому очень сильно поменялась география. Ну, как удобно ходить, с какой стороны. То есть, в общем, местоположение тех мест, оно точно неизвестно. И вот Нитянанда Прабху говорит, это Суварна-Вихара Кшетра, Сатья-Югу, Суварна-Сен-Раджа. Он получил... услышал харикатху от Нарада Махараджа. Он узнал, что Гауранга, он явится.
в эту Кали-югу. И вот Суварна Вихара, Суварна Сен, он был очень вдохновлен. Он плакал, поскольку Нарада, он великий гуру. Нарада, он может дать бхакти. И он плакал, я хочу получить даршан того Гуранги. И вдруг он, как-то он получил даршан, и Гура Хари благословил его, что в Каликал, в Екали, я явлюсь. This Kalikal, I'm coming. Какой-то этот Каликал. Next, you know, just next Kalikal. I, you can come as Buddhimant Khan. И ты можешь также явиться как Буддхиманта Khan. Этот Буддхиманта Khan, это Суварна Сен Раджа и Сувар. И вот он взял полную ответственность за свадьбу Махапрабху. То есть совершенно все затраты он покрыл. И Вриндавана Стакура говорит, что никто не может представить, сколько денег ушло на это в те дни. В те дни, ну, да, давно достаточно. Long ago, he used to distribute golden coin, these, that, so many things. И он раздавал также всякие золотые монеты и прочее. You know, expenses. То есть, ну, было очень много затрат там. Суварна Вихар. You can bet that place is a little high. Можно увидеть, что это место. Maybe that ruin of that prasad, I mean palace, come down and that the place become hip. Ну, no, no, you know, на, находится как бы на холме. And there, from there, they are saying that they говорят, got some ruins, you know, там, broken они, part они of that. Наш, you know, нашли, they're speaking like that. We are going to build no problem. Нашли руины с тех времен. And there, Golden, Gauranga Mahaprabhu was there originally. It is where it is taken. А тут изначально золотой Гауранга Махапрабху, куда делся, неизвестно. From there, it is его заново установили. И оттуда сказано, можно, нужно пойти до Панчанантали. Нитянанда, Гададхара, Гурахари, они все ходили по всей Гудруме. То есть, где бы мы ни были, везде можно найти пыль с лотосных стоп Гуранги и Гададхара, поскольку Гуранга Махапрабху являлся водил. Ну, по всей Навадвипе. Coward boys, coward men, they giving cheese and butter and, you know, milk to them all, these Gaurangas. And they are embracing, go when tomorrow you can come, I can keep some butter for you, you like butter, tomorrow you can come. They used to embrace them, kiss Gauranga, speak, we can keep cheese, you can come tomorrow again, give they used to play. This way, you know, they going faster there, I can come back. How Amgata, where is Lila there, I can speak after. Because Nitananda going that way, I don't know. Bhaktivinoda, you know, from there, you see, there from Suvarna Vihara, the Nitananda guiding Suvarna Vihara, Nitananda рассказывает Дживе, как идти к Панчананда Тали, где Гуранга Махапрабху совершал санкиртан и отдохнул. Вот это место, это по дороге к Нарисимхапали, там Шанкара Бхагаван, маленький Шив Мандир. Это вот на повороте с главной дороги до Нарисимхапали. Они под баняновым деревом. И все вайшнавы отдыхают, там буквально 5 минут совершают санкиртан, но максимум полчаса. И потом после него сразу поворот на до Нарисимхи, до Девапали. Девапали это одно из важнейших мест. Я не обсуждаю, я совершаю парикраму. Я объясняю славу этих мест, но поверьте, я совершаю парикраму на самом деле, но я не знаю, совершаете ли вы парикраму со мной или нет. Если Бхактина Такура говорит, вы получите 100% результат от парикрамы. Ну, выглядит, что я сижу тут, но я на самом деле нахожусь уже в Суварна Вихаре. И вот то место Панчанантала. И после нее повернуть направо. Панчанантала just 100 feet after that right turn, you can shortcut up to Нарисимхапали. Это такой, ну, можно Нарисимхапали, you can get one срезать угол до Нарисимхапали и там, you know,
в Нарисимхапале, там большая кунда. You know, это то место, killing, где после того, как... Ну, на самом деле, не того, как он убил Хиранякасипу, а как спас Хиранякасипу. Ну, поскольку у него руки были в крови, он омыл руки в этом водоеме. И, но изначально это было Алакананда там, когда бы вы не были там, вы должны прикоснуться к этой воде, она очень благоприятна. И мой Гурудев, Джай Прабхупад, Джай Нарисимхадев. Гурудев всегда говорил, Джай Прабхупад, Джай Гурудев, Джай Нарисимхадев, и все проблемы они исчезли. If you call Popa, если вы называете к Шиле Прабхупаде, к Шиле Нарисимхадеву, то все проблемы они закончатся. И вот, Нарисимхапали также называется Девапали, поскольку со времен Сатья-юги Хираньякасипу он был убит где-то, но Нарисимхадев он сюда пришел, чтобы отдохнуть. Кто-то говорит, что это в Южной Индии, где Нарисимха он убил Хиранякасипу. Кто-то говорит в каком-то другом месте. И вот, ну, где точно, как бы, неизвестно. Джион Нисинго, Панан Нисинго. So many places, I can discuss after, not now. И так много мест, я попозже обсужу. И вот но так или иначе, для Нарисимхадева было возможно прийти сюда, в Гуа-Таму, и отдохнуть тут, и омыть свои руки. И все полубоги, они знают об этом, у них есть информация об этом, и поэтому это место называется Девапали. Это место, где там Индратила, Удратила, есть те места, где медитировал Индра или Рудра. И если у вас есть видение, вы можете видеть эти места, их медитации. Если Нарисимхадев благословит нас, то никто не может остановить нас в баджане. Никаких проблем не останется на нашем пути. Нарисимхадев, он самый могущественный, и поэтому Шрила Прабхупада, он установил божество Нарисимхадева в Йогапитхе. И есть история за, ну, за этим всем. Однажды Шрила Прабхупад смотрел, что Нарисимхадев, он приходит издалека сюда, в Йогапит, чтобы принять Гуранга Прасад Парамана. И Шрила Прабхупад видел, что Нарисимхадев приходит. И Шрила Прабхупад вознес ему молитвы: «О Господь, тебе так тяжело приходить с Нарисимхапали сюда, что я могу там, ну, предлагать параману тебе каждый день». И вот он решил призвать божества Нарисимхи. И это то конкретное место, где этот Нарисимхамандир внутри Йогапитха находится. И под землей, там также, ну, в том же конкретном месте, самадхи Бхагаватима. То есть, ну, почти никто не знает об этом. То есть там самадхи Бхагаватима, жена Шрилы Бхактивинода. И вот после этого мы, когда получили даршан Нарисимхапали, приняли Амавини там, и оттуда можно отправиться к Харихара Кшетру. Если вы Харихара Кшетра, это Варанаси, Шанкар Бхагаван совершал баджан, там получил даршан Гуранги, Гуранга обнял его, и в Бхагаватам это тоже описывается. Верховный Господь, Шри Кришна и Шива, они не отличны. В каком отношении? Поскольку Шакшат Харитена Самаса Састе Руктастата Бхабхате Вишадми Кинту Паварья Приеватасья Банде Гуру Си Чарна Арвин. И вот
в этом киртане говорится, что наша любовь, что любовь между вот, настолько сильна, что невозможно разделить между Кришной и Кришной и Шанкара. Vaishnavanam yatha sambhu purananam tuidam bhagavatam. Is it in there? So there you can find the shloki говорится о славе Шивы, и там можно найти, что там полукришна, а полушива. Но это не значит, что мы можем поклоняться Шанкару как Кришне, это Майвада, это очень плохо. В Брахма Самхите описывается. Кхирам яти, кхирам ята дади викара вишеша йога саньяяте нахи татаха питагасти хету. Everything there? So everything there. So you see? И вот смотрите, таким образом, Шанкар Бхагаван, он не отличен от Кришны, поскольку вот эти все перечисленные вещи, они это одна единая татва. Вы не можете отделить одно от другого. Гурдатва, она тоже уникальна. Вы можете видеть Шрила Бхактивиданта Свами Махарадж, Шрила Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж. Они отличные, но я вижу, что это Садгуру Татва, она едина, и по милости Гурдева, никогда не... Ну, нет, у меня есть видение Гуру Татвы, Садгуру Татвы. И вот все и вот если вы получите милость Нитьянанды, то вы будете видеть все в гармонии, иначе ничего не получите. So now you are going to get full kippa in Varanasi. Sadhguru Bhagavan is merciful, you can get kippa too, you can do sankirtan. There is called Varanasi, more than Varanasi. И вот это место называется Варанаси, даже больше, чем Варанаси. For infinity period, Varanasi is there in Gaurdham, and that part is original Varanasi. Поскольку это Харихарашетра, это изначальное Варанаси. Varanasi there. Kashi Varanasi. Это Каши Варанаси. That Varanasi city is also, it is written in Shastra. В писаниях описывается, что то Варанаси тоже как-то подвешено в воздухе. Как это? There is one Trishul, you know, Trishul? Есть, ну, Trishul, Trishun. Is this hand. That is there, pinpoint, whole city. И вот, ну и говорится, что это весь город, он таком, ну, так подвешен, но никто не знает этим, но так или иначе, но никто не знает об этом, но так или иначе, Варанаси это очень важное место, но Харихара это, она более важна, чем Варанаси, поскольку она соприкасается с городом. Hamsabahan и также там Алукананда, но раньше вот Хамсабахан, он плавал по этому озеру, и потом какие-то мусульмане забрали это божество, и в очень скором времени вся семья этого мусульманина померла, и он был вынужден вернуть божество на место. И с тех пор Хамсабахан, там можете пойти и получить даршан. А вот следующий, за Луканадой находится Наймишаранья. И там Саптарши, они воспевали славу Говахари. И когда Шанкар Бхагаван узнал, он сразу хотел отправиться и услышать, и он взял святого лебедя от Брамы и сказал, что я спешу, давай своего лебедя. И он и услышал, и упал в воду, но на этом лебеде прямо и есть виграха, посвященная этому. Это очень прекрасно, виграха, и моя просьба. Идите туда, помолитесь ему, предложите воду, и он благословит вас. Вот Джагатананда Пандит пишет нечто очень уникальное.
Я знаю, что каждый он эксперт в своей конкретной области, то есть ну, каждый знает свое дело. Но Джагат Ананда Пандит написал нечто. Если вы очень простосердечны, искренне, то тогда вы сможете просто понять учение Гуранги, Джагат Ананда, вечный спутник Гуранги, он говорит об этом. Если вы очень простосердечны, ваше сердце просто и искренне, и чисто, то тогда вы очень просто и быстро сможете понять Лилу Гуранги, иначе, если вы ну, опьянены образованием и какой-то ну, еще чем-то, то есть для вас будет гораздо сложнее. Гора Лила, она выше всего, даже те, кто читают Бхагаватам во Вриндаване, они даже не могут прикоснуться к, к Горали, то есть они говорят какую-то ересь. Я могу все опровергнуть, всех их утверждения. Но они как бы имеют ну, титул каких-то ну, этих лекторов и еще прочее. Я вот могу пример привести. Ну, много глупых людей следует им. Вот, например, говорят, что Прабхунананда и Пракашананда, они это то же самое, тот же самый личность. Но я хотел ответить на этот, ну, на эту ересь, но тот человек не ответил, но если я с ним встречусь, я могу прямо спросить. Ну, на хинди говорит. Но говорит такую, ну, такие вещи, как он может говорить, что Кашинанда и Прабхунананда, они это то же самое личность. И также я слышал, что он говорит после того, ну, try to get my point. Говорит, что, Harikatha is equal to Hari. Утверждение, что вот Krishna Evahi. Хочу предложить результаты говорения Харикатхи Лотасинистапам Катайни. Вполне неправильно, поскольку Харикатха согласно Шукадев Госвами. Сакшат Кришна Эвахи, то есть это Бхагаватхатха. Бхагаватам. Она не отлична от Шри Кришны, потому что это Кришна в форме звука Шабда Брама. И как можно сказать, что результат Бхагаватхатхи можно предложить лотосным стопам какой-то деви? Разве это возможно? Они говорят всякую ересь. Но у них очень много последователей. Иногда они цитируют Шри Сикшастаку. Пулакаир ничитам бапу, кадатава наму гохуне бхавишвати. They are speaking this way. Public, they are fully, they are quoting Chaitanya Mahaprabhu. Maybe he is following Chaitanya. They are running there. Even Gauriyas. Надо их даже можно видеть, даже, ну, эти люди цитируют какую-то сикшаш такую, они сами не верят в Гуранги, а просто цитируют, но какие-то глупые люди, они им ну, доверяют, скажем так. И вот мы возвращаемся к Шанкара Бхагавану. Шанкара Бхагаван отправился в Мадья-Двип, поскольку Гуранга Махапрабху явился подобно, он сиял подобно тысяче солнца, поэтому Мадья-Двип, значит, середина, он в середине явился. И Саптариши, они получили милость Шанкара, он был очень вдохновлен. И то место. From there, you can have the chance to come, that is whole actually Godundip. И это все место называется Годундвипа. Если вы пытаетесь найти ну, какие-то ну, границы Годундвипа, то это тяжело. И согласно свидетельствам Писаний, Годрум находится выше всего. Годрум невозможно сравнить ни с каким местом из этих 14 миров. Это самое наивысшее место.
Поскольку это киртанаки в бхакти, весь Годавадхи. И сейчас у нас есть возможность прийти, ну, вот вернуться до Амгаты, где Гададхара, пастушки, Нитянанда и прочие. Однажды Махапрабху, он взял дерево манго маленькое, воткнул его в землю, и вдруг за считанные секунды дерево начало расти, стало очень большим и начало давать фрукты. Сразу же, моментально, и то же самое случилось в Сиддхабакуле. Бакуль Брикша, то есть... Это деревянные палочки, которым он мочит деревянные щетки, которые Джаганат чистил зубы. И вот они получили этот рассад Джаганатха, вставил в землю, и дерево начало расти. И люди смотрят, что случается, что за магия, как дерево может расти так быстро. И это дерево выросло, и начал давать сладкие плоды манго, и Махапрабху распорядился, чтобы их раздавали. И Чайтанья Бхагаватам описаны размеры. То есть, манго на, то есть если съесть одно манго, то уже не, больше ничего не понадобится нам. И Чайтанья Бхагаватам. И в Чайтанья Бхагаватам это все описывается. И вот особенность. Но особенность тех этих деревьев манго на Амгате, они все маленькие, невысокие. Но в других частях мира, вообще в других местах деревья манго обычно высокие. А тут они такие карликовые, можно сказать. И вот Сананда Суканда Кунджа. There is a spot, Sananda, it is called actually Nandagram. Это место называется Нандаграм. Сила Бхактивинода Такура после ухода на пенсию. Он в каком-то 98 году, по-моему. I think so. So in the year of 1898. Это был его Баджан Кутир, я уже говорил, что Шрила Бхактивинода Такур установил там гору Гададхара Виграху, ну и совершал киртан. И вот Шрила Бхактивинода Такур в свои последние годы он не хотел ни с кем встречаться, он просто сидел, закрыв глаза и совершал баджан, он находился в глубоком чувстве, он созерцал Аштакали Лилу. Шрила Бхактивинода Такур, он был первый, кто начал проповедовать иностранцам на хинди, на санскрите, на бенгали, ну, на фарси, ну и на всех других языках. Но после того, как Бхактивинода Такур, он... И вот у него был один севак, Кришнадас Бабаджи Махарадж, и он, если кто-то приходил, он говорил, вот как бы... Somebody coming to you, some devotee, to meet you. Bimala Prasad Saraswati sending him. Он говорил, что вот пришел какой-то преданный, хочет встретиться с тобой, его послал Бимала Прасад Сарасвати, и Бхактивинода Такур соглашался, но не всегда. И вот в то время один из наших старших братьев, ну, учеников Шрилы Прабхупады, они, ну, как-то пошли на даршан к Шриле Бхактивинода Такуру и увидели, что Бхактивинода Такур, он сидит и свет исходит из его тела. Но он сидел с закрытыми глазами и сиял. И он даже, ну, был погружен в медитацию, и глаза его были закрыты. Yes, that Guru Varga, from his mouth I heard.
И вот я слышал вот этого человека, конкретного Вайшнава, который видел его в таком состоянии, в состоянии медитации, памятования Аштакаля Лилы. И мы на 100% уверены, что это Свананда Сукханда Кунджа. И Сурабхи Кунджа это тоже. Тоже, ну, туда же относится Сурабхи Кунджа. Почему Сурабха Деви? Она сказала Индре. Because they commit, Indra commit offense and to Krishna there in Govardhan. From then he is Indra not feeling satisfied. Оскорбление Кришне. That's why when he heard after Krishna Lila Gaur again coming. И потом, когда он узнал, что после Кришна Лили Куранга опять является, и он более милостив, и он решил получить его милость. И вот Индра и Сурабхи Мата, они пришли сюда, в Сурабхи Кунджу, и совершали баджан очень долгое время. И Гуранга Махапрабху явился им и благословил их. Понимаете? И таким образом Индрадев и Сураба Мата, они благословили его. То есть они были благословлены Гуранга Махапрабху. И вот Нитянанда Прабху рассказывает дальше. Намишкшетра мы уже прошли ее. Намишкшетра. And actually, from there, Nityananda пересек Гангу, Бхагирати, and crossing there, and going to. И отправился. Now you can get Parama there. То есть сейчас Парама там. Парама. Парама и Бритрашив, они были тут. Ну как это сейчас представить? Сначала они пересекли реку, отправились на Куладвип. Куладвип – это очень важное место. Бахулаван. Я могу завтра продолжить, время у нас еще есть, иначе вы не можете все запомнить. Бахулаван. И Бахулаван там, Куладвип, Кулрадж, Барахадев. Был один брахман, он плакал день и ночь, он хотел получить даршан Варахадева, и Варахадев был милостив, он явился к нему. И там, в общем, есть один холм, и этот холм он олицетворяет Говардхан, Куладвип. И в гора Лиле, это известно также аппарат под названием аппарат Баджан Пад. Кулия Шрила Гур Кишода Свабаджа Махарадж совершал баджан там, и Девананда тоже совершал. Ну, Девананда Пандит, он читал Бхагаватам, там совершил оскорбление, потом покаялся, избавился от этого оскорбления. Кшепал Гопал и прочие, они все получили милость там. Поскольку как Девананда Пандит, он избавился от этого оскорбления, он служил Вакрешвара Пандиту. Вы не знаете этих подробностей. И вот Вакрешвара, поскольку он служил Вакрешвара Пандиту, Гуранга Махапрабху стал доволен им и простил его. И это очень важное место. И там, до сегодняшних пар, Шрила Шридхара Девгосвами Махарадж, он считал себя падшей душой и решил совершать баджан там, в том месте, чтобы Гуранга Махапрабху дал ему больше милости. И поэтому Шрила Шридхара Девгосвами Махарадж, он построил свой храм в Куладвипе. Шридхара Госвами Махарадж, он вообще не хотел никакой храм нигде строить. Он снова и снова говорил Говинде Махараджу, что я не готов строить никакой храм, моя жизнь коротка, хочу совершать баджан. И после многочисленных просьб Really so? Ну, в общем, all foreign devotee coming to Sri Rusima. Preaching was done so excellent way. You cannot compare this preaching. You are sitting in one place. То есть, ну, Шрила Шридхара Махарадж оставался там,
и к нему приходило много преданных, особенно иностранцев. То есть он просто сидел на одном месте, а к нему все приходили, кому нужны. И мой Гурудев, он тоже привел такой пример. Мне он сказал, что подобно цветку, когда цветок распускается, то все пчелы, они автоматически прилетают к тебе. Так и ты совершай баджаны, все искренние души, они все придут к тебе. И вот Каладвип – это очень важное место. Каладвип – это Бахулаван. И вот сегодня можно найти Пауратала. Паурама. То есть раньше это было на этой стороне, а потом как-то оказалось там, и наша Гурварга, мы все идем туда, возносим свои молитвы, поем этот киртан. И вот оттуда, ну, в смысле, по-другому, раньше было, ну, другой маршрут немного, а сейчас мы идем по Парампуджа, по Шрила Кеша, Госвами Махараджу, Девананда, Матх, Аппарат Бхаджан Пат. И там мы должны совершать киртан, и потом мы идем прямо до Самудагарха. Самудагарха – это Кумудван. Есть очень прекрасная история из Пуран. Шрила Бхактивинода Тхакура цитирует ее. Самуда был очень беспокоен. Он узнал, что Гуранга, но его место, оно очень важно, и Ганга тоже приходит. И вот он решил отправиться в Гурадхам, как-то прикоснуться к Ганге и остаться на какое-то время. И вот до сегодняшних времен, ну, во время Махасанкранти, если вы примете омовение там, это гораздо более благоприятно, чем принятие омовения в океане. И вот есть еще Махарадж, перед тем, как совершать Раджасвую Ягью, в общем, Бхимасен, он был здесь, пришел сюда, в этой западной, восточной части. И вот Бхимасен пришел сюда, и тут Самудрасен, он был очень могуществен. Но Бхимасен его победил. И он начал молиться Кришне, у Кришны, что же делать? Я думал, я самый могущественный, но тут обнаружил, что не самый. Но Сиддханта в том, что Кришна хотел благословить их обоих. Very powerful and, you know, big devotee. When he heard that Panchapanda is very and когда он услышал, что Kishna is bound to come here, give darshan. So he was kept captive, you know, putted into cell. Then Kishna came, take darshan, full kipa, Samudra Sen Raja, then he set free, Bhimsen. Then paid Dandavat prostrated himself to Bhimsen also. He jolly has bound to catch you, to take darshan of Krishna. There is very, there is good one actually. Ну, в общем, он взял
золоте, как сказать, победил Бхима Сена для того, чтобы Кришна пришел спасти его. Still today, if you go to Kumudvan, there in Vrindavan, same thing here. You can get Ganga Sagar there, Kapil Muni Ashram. Yes. Same thing here. You can go to Kumudvan, you can go. And Balavacharya seat is there. Here, no, Balavacharya came later. But, you know, this way, you see, that's very important place. So all devotees, they are sitting. And doing kirtan, after that they come to Champahatya. И вот после этого Champahatya. Кадирван. Кадирван. It's called Кадирван. Кадирван. До этого Кумудван. Very important. Локнат Госвай used to do bhajan. Локнат Госвай в Кадирване совершал свой bhajan. How this Кадирван name came? И как это имя Кадирван произошло? When Агасур came, когда Агасур пришел, поглотить всех пастушков. And Бакасур. На Бакасур Бакалпур. Агасур. Then those boys, и эти мальчики начали кричать «Кайро, Кайро». Their language is different. Но их Кайро язык money? Отличается. «Кайро» значит «Кайро, Кайро, Кайро, эй! Нас едят». «Кайро, эй! This is Кайро». Ну и поэтому «Кайрован». «Кайра». Так нас стал называться. «Кадирван». Kairwan's speciality is there. И его особенность в том, что Джайдев Пандит, я могу вернуться. У Джайдев Пандита есть. Но потом вернемся. И вот я хочу, что этот Кадирван, Кадирван это очень важное место. И Чампакалата поклонялась Гуранге, поскольку поскольку Гуранга уже явился в Имлитале, однажды она сидела с Радхарани и Кришна, они сидели вместе, и они увидели, что Радхарани, Кришна, он поменял, ну, принял цвет тела Радхарани, а гопи увидели это, и это Имлитала очень важное место, и мы, Гаудии, мы всегда танцуем, слушая имя Имлитала, как это имя появилось, Имли, значит, Тамаринт. Однажды Радхарани как-то подскользнулась Имли, yes, right, Imli, на спелом Имли. Tartary, fall down, and saw Radharani Gulli and fall down. Tamarind. Tamarind. Tamarind means Hulud. Imli. Tartary, huh? Tamarind. Tamarind. Anyway. Tamarind. Tamarind means Hulud. Tamarind different. So this way fall down. From then in whole Vrindavan it cannot get this, Но и после этого во всем Вриндаване то там Аринда Имли нету. So we are very lucky. This way. Удачливы. So there Krishna first явил себя в форме гора. And Champaklata Devi. И Champaklata Devi. She is doing service there. Champaklata means one kind of flower. Она служила там Champaka это такой цветок подобно золоту, он очень красивый Champa. Champaklata golden. Ну такой, ну золотого цвета. It is growing. Он растет там и каждый день Champaklata делает цветы, ноги. Гирлянды поклонялась. И это место Champaklata. Champahati называется хатти, значит, этот базар. From then it name came, it's called Champahatya. And one thing important, еще важное место, важное. He used to do bhajan there. Виджа. I established Gaur Gadadhar Vigraha there. В общем, один преданный, он Виджа Ванина звали. И он установил божество Гуру Гададхара там, и всегда поклонялся ему. Диджа Ванинат его звали. И после этого
Jayadev Goswami, who wrote Gita Govinda, также, и также Джайдев Госвами, кто написал Гита Говинду, после он отправился туда совершать баджан в Чампахате. Он сначала совершал баджан здесь, потом в Кендабилуграме, в Бирбуме, и потом он вернулся опять сюда, потом в Чампахате, потом в Пури, потом во Вриндаван. There's a link. Это его, ну как, маршрут. This way he was doing bhajan. И таким образом он совершал bhajan там. Pralaya prayadhi jaladhita banasi vedam. This kirtan. И он написал этот киртан. Very nice. Очень прекрасный киртан. So, и вот. Raja King Lakshmanan was very mad. Этот царь был очень, ну. Then he is very niskinja. He says, "Very niskinja. If you disturb me, then I am going to leave your kingdom." Вдохновлен этим киртаном, хотел узнать, кто уже написал. И он узнал, что написал Джайдев Госвами, и когда он пошел к нему, Джайдев сказал, что не хочу, чтобы меня беспокоили. Если ты хочешь, чтобы я жил в твоем царстве, то лучше меня не беспокоить. И это место также зовется Ритудвипом. И в Ритудвип, на Ритудвипе можно найти Радакунда и Шемакунда. И Ритудвип, мой Гурупад Падма, Шрила Бхакти Прамод Пури Девгасвами Махарадж, он принял саньяс в том месте. Это место там находится. И так или иначе он получил саньяс мантру от Шрилы Прабхупады. Но чтобы люди не критиковали его. Гуру Махарадж принял саньяс, но можно сказать, не во сне, а в таком видении. Ему видение пришло, и эту мантру он сразу записал, и потом эту же мантру он получил, чтобы следовать правильным предписаниям. То есть, поскольку кто-то может сымитировать это, и это плохо. И Кришнадас Бабаджи Махарадж тоже принял саньяс от другого Бабаджи Махараджа. Вы, может, не знаете. Горкисар Баба, Рамануджа Джаджа took саньяс from his Gurudev. So people can pass, you know, Rima. Ну, то есть, люди могут критиковать, если кто-то принял саньяс таким необычным образом. Но Арча Виграха, фото, то есть фотография, это тоже Виграха. Когда Шрила Прабхупад принял, ну, посвящение через Горкисар Бабаджи Махараджа, вот через фотографию, это он не видел ее как фотографию, поскольку он видит, она не отлична от него. Но не все обладают таким видением. И вот Ритудвип, мы от него идем прямо до Ратупура. Там есть место, где есть Радакунда и Шемакунда. И вот, from there, gradually you will have to run and run and run and run. И там, и если пройти дальше, то мы доходим до Джамбудвипа. Джамбудвипа. You see? Джамбудвип. Джамбудвипа. I can discuss in details tomorrow also. Завтра я более подробно расскажу о нем. If I go and discuss the whole night, if you take, могу, I can stop. I can go and discuss. Дальше продолжать могу всю ночь говорить, но so I like to stop. Я хочу закончить сегодня, времени мало. Кто-то ждет меня. Anyway, so you see, up to и вот смотрите, до Радакунды мы дошли, потом о Ритудвип, Мададвип и прочим, какое служение олицетворяет конкретный остров. Завтра обсужу, но нужно вовремя приходить, поскольку I can discuss and fly. I have to save my, you know, like. Ну, на гору Пуниму послезавтра будет Харикатха в 8 утра, с 8 до 10. So I can do, huh?
So today, you excuse me, I like to say, I'm bound to stop here. Vancha kalpata rosike pasindu vivacha patitanan pavana go vashan yo. If you all very sincerely do bhajan, если все искренне будете совершать баджан, я уверен, что вы обретете милость. Я не шучу с вами. Я не говорю что-то постороннее. Пытайтесь обрести милость.